Немало препаратов для скорейшего выздоровления потребуется жительнице Ангарска, которую сбил мотоциклист. Все случилось в районе детской школы искусств. 73-летняя пенсионерка переходила дорогу, когда ее сбил водитель транспортного средства. С места ДТП предполагаемый виновник скрылся, сейчас его разыскивает полиция. Недолго пришлось искать правоохранительным органам мужчину, который подозревается в разбойном нападении на жительницу Иркутска. Мужчина отнял у женщины деньги и позже сам пришел в отдел полиции и во всем сознался. Все случилось в Свердловском районе. 66-летняя пенсионерка расплатилась в одном из местных магазинов. Это заметил злоумышленник и на выходе из торговой точки начал требовать отдать ему деньги. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Набросился на женщину, но завладеть средствами так и не смог. Тогда в ход пошли кулаки. Грабитель ударил потерпевшую по лицу, вытащил из кармана 3000 рублей и скрылся. Позже выяснилось, что нападавший, 39-летний житель областной столицы, является соседом женщины, которую он ограбил. Возможно, именно этот факт вынудил мужчину прийти с повинной. Однако сути это не меняет, возбуждено уголовное дело. Не соображал ничего. А когда отрезвел, понял, что я сделал, ограбил соседку, а она пожилая, она, ну как бы я с ее сыновьями был знаком всегда. Ну вот и пришел, явился сюда и вызвал оперативного дежурного.